Имея ключ к двери успеха, вам все равно придется повернуть ручку. Я Евгений Кузин, и я вернулся. Привет, ребята, сегодня мы с вами будем готовить самый простой рецепт соевого мяса. У нас вот такой вот пакетик со вкусом курицы. Скоро начнется пост. Это постное блюдо, постный продукт. Соевое мясо. Очень много здесь. Вот, на 100 грамм 50% белка. Притом этот белок, он очень легко усвояемый. И на переваривание и усвоение его тратится слишком мало энергии. То есть он практически в два раза усваивается быстрее, чем животный белок, и полезнее даже белка того же телятины и прочего. Он очень, он потому что он структурированный белок, он в нем очень много аминокислот и очень много разных микроэлементов. Поэтому сейчас будем делать самый наипростецкий рецепт. Смотрите и не переключайтесь. Так, для начала поставил чайник греться. Взял вот такую вот кастрюльку. Так, сейчас буду, не знаю, что-то камеру мощу куда-то. Ладно, криво там, что не криво, не знаю, не столь важно. Даже ничего там видно. Сейчас мы откроем. Пока что. Вот так они выглядят в сухом виде. Видно там, нет? Ну все, я думаю, по запаху вообще ничем не пахнет. Так, для начала засыпаю в кастрюлю. Сейчас жду, пока у меня закипит вода. Блюдо будет очень простое, наипростецкое. Так, ну такой луковицы мне на то. Эту хватит, много не буду. Сейчас я для начала, пока у меня кипит вода, порежу лук. Ну и буду его обжаривать. Так, не слишком мелко. Ну вот так вот. Будет вполне достаточно. В общем, мои дорогие зрители, что сказать. Начистил, порезал я лука. Ну, столько будет достаточно. Еще заодно начистил чесночка. Чайник у меня уже готов. Не надо ждать, чтобы он закипел. Тут надо не кипяток. И вот сейчас я заливаю. Вот так. О, все. Сейчас они где-то в два раза, они станут больше. Пока они у меня здесь разбухают, я тем временем сейчас буду обжаривать. Долил масло без запаха такого невонючего. Сейчас подожгу эту зажигалкой. Во! Огонь поставлю не сильный, потому что вообще я его что, вообще убрал? А, не, ну вот такой вот. Поставим огонь. Ари, ты что тут? А? Иди погуляй на балкон. Все. Так, короче. Пока буду обжаривать лук. Блин, все делаю одной рукой, то что не знаю, куда приспандорить эту видеосъемку, но у меня будет все так в режиме лайв. То, что я там что кидаю камеру, там где она стоит, фиг с ней. Это задумка, короче, автора. Так, все. Блин, запах не должен быть. Может, я попутал, не то масло взял. Не, вон, не рафинированное. Селяночка. Эльмель, я не то взял, а не рафинированное, во. Короче, я так и не понял, походу я попутал масло. Ну да ладно, тем веселее.
Иди, какого хрена тогда туда просил? Ой, вон как погнал. Ну да, это масло для салата. Короче, я перепутал, как всегда. Я их всегда путаю, какой рафинированный, какой нет, но тем вкуснее блюдо. В общем, ставлю на маленький огонь. Жду сейчас минут 10, пока у меня будут разбухаться кусочки. Кстати, заметьте, я пока не солил, не перчил, ни хрена не делал. В общем, все, я обжариваю лук. Пойду посмотрю, как там Анжи играют. Локомотив уже 1-1 с Оренбургом сыграли. Кони вчера еле отскочили, а завтра красно-белые. Амкар найдет. Блин, мяучит, сука! Короче, я установил как-то камеру. Не знаю, будет там что видно или нет. Кусочки уже набухли. Ай, блин, они горячие такие. Так, вилка. Сейчас покажу, какие они стали набухшие. Во! Вкусно так пахнет. Сейчас, короче, я буду сливать воду. Видать там что, нет? Не скажите. Не слышь. Так, сливаю воду. Сливаю воду. Ай, блин, падлы. Они решили свалить. Мы поняли, что тут хорошего ничего не светит. Так. О, они прям как губки. Я их сейчас еще чуть-чуть пожму, подавлю, чтобы из них это, ну, вышло совсем побольше воды, потому что я хочу, чтобы они были такие поджаренные, прям вот так рукой. Они вылетают. Ну тут у меня все чисто. И сейчас я их сполосну холодной водой. Ну просто, чтобы промыть от всей этой шелухи. Но если честно, я не для того это делаю, чтобы промыть, а чтобы их выжать и чтобы они не такие горячие были. Иди сюда. О, прям как губки. Это очень, кстати, нормальное мясо. Вот. Раньше это считалось вообще изыском диетическим. Ну, то есть не так просто его было найти, там кого-нибудь завалил и все, а это надо выращивать. Так, сейчас покажем. Вот, что мы имеем. Что имеем, не храним, а потерявши плачем. Так, вот у меня уже начал подзалачиваться лук. И я кидаю кусочки. Не хочу просто кастрюлю переворачивать, чтобы это... Ну, короче, чтобы лишняя влага не это. Я не хочу их тушить, я хочу именно обжарить. Во. Так, кастрюлю в сторону. В общем, сейчас я их... Так, крышка мне не нужна. Сейчас поближе сделаю саму эту. Ну пусть вот так вот тогда, фиг его знает как. Так, сейчас я их перемешаю, чтобы лук там совсем сгорел. Ой, сколько давно встало, кстати. Так, и сейчас мы солим. Солить буду соль такая со специями. Так, слишком сильно не буду солить. Так, сейчас перемешиваю дальше. А, перед тем, как перемешать, еще поливаю соевым соусом. Вот. Спрыскиваю. Он тоже соленый, мой любимый соусик. Так. И для пикантности сейчас чуть-чуть добавлю чили. Такой вот кетчуп чили, он острый. И даст и цвета, и прочего. И они будут такие, как красноватого цвета, такие остренькие.
Сейчас смешаю, возьму камеру и покажу. А, уже вкусно как. Блин, запах, ребят, вообще, я не знаю, не передать. Прибавляем огонь. Они сейчас должны стать прям золотистыми. У меня сейчас задача, чтобы они очень сильно прожарились. Так, пока выглядят они вот так. Вот так. Запах вообще обалденный. Так, а я пока сейчас, вот тогда какое-то видео вы видели, салсидоршуль я тут мудрил, и у меня сломалась эта штука. Сейчас я, блин, треноги, падла, нету, чтоб поставить. Обещали там одни привезти, а никак не привезут. Вот. Короче, сейчас я попробую давить, чтобы опять не сломалось. Сверху чесночок сюда. Будет вообще супер. Дарик. Дожари пришел. Мой любимый друг кот. Че трешь, сейчас дам тебе поесть. Сейчас приготовлю, вместе пожрем. Он, наверное, это не будет, да? Так. Тут не важно, равномерно я это все давлю или нет. О, блин, класс. Я сейчас это все равно перемешаю и буду поджаривать. Блин, запах просто, правда, вот. Пусть там соя, фигоя. Я просто что ее решил, что я сейчас поеду на тренировку. Просто видео пока решил снять. Перед сборами время есть. Сейчас поеду на тренировку в соседнюю комнату. Досмотрю там второй тайм как раз. А после тренировочки легко усвояемый белок. Вообще, скоротать мой субботний одинокий вечер. Гостей нет, может, кто придет на мое блюдо. Хотя я никого и не зову. Я сам себе хороший друг. О, блин, вообще класс. Вот прям он сок такой дал. Сейчас покажу. Я никак не могу не поделиться с вами этим. Просто вот запах этого чеснока. Приближу, может, сейчас. Ну, где концентрирование это? Блин. Вот, да? Супер. Very good. О, запах просто божественный. Так. Сейчас попробую еще чуть-чуть подсолю. Сейчас брызну соевым своим любименьким. А, ништяк. Ништяки. Ладно, в общем, мешаю. Довожу до ума. Я пошел тренироваться, а то зима впереди, скоро в зал идти, надо набирать форму после тяжкого, притяжкого лета. В общем, ладно, встретимся на дегустейшн. В общем, ребят, я что-то подумал, не буду я после тренировки ничего снимать с красной мокрой рожей, блин. Я потом сразу в душ, а потом есть. Сейчас я выключаю, вот смотрите, она какая поджаристая у меня получилась. Так, сейчас я сниму сковородочку. Это вырубаем, все, подставочку. Сейчас я попробую. Блин, а там что, кто-то забил, что ли? Ну-ка, сейчас, быстро. Бегу. Ну и теперь-то уж точно. Павел Врба должен делать какие-то замены. Мы слышали, что чешского специалиста... О, блин, Уфа забила. Спрашивали, как вообще команда пережила вот это поражение от Локомотива со счетом 0-4. Не появилось. Ну и
правильно. Есть. Слово роду, смерть уродом. Так, ладно, в общем, сейчас мы дегустейшн проведем. Я, блин, песня еще въелась. Так, блин, а выглядит-то неплохо, а? Щучий потрох, сучий потрох. Блин. Так, ребята, сейчас. Горячие, да? Так, друзишки и детишки. Блин, что я жму? Что я делаю? Попробую на соль. Не знаю, может, еще надо было пожарить, но... Слишком зажарку тоже неохота. Сейчас поставлю, а то есть неудобно. И поделюсь с вами впечатлением. Так, возьму. Мне нравится. Вот если бы мне не сказали, и, допустим, мы сказали, типа, гадай. Что бы я сказал? Смесь между каким-то грибом, не шампиньоном, а таким волокнистым. Вот если вкус отбросить, по консистенции похоже на курятину, но грибатина или куриный гриб, типа гриб с курицей смесь, а по вкусу, ну вот с гарниром бы, короче, я не стал бы это есть, как мясо. А вот чисто вот так, блин, закинуться белком, я считаю, что очень достойно. Вот мы сейчас на ура. Хочу наевся, не буду я заниматься сегодня, а завтра позанимаюсь. Скоро, будет денег, что куда? Говорю, бежит. Компот буду пить. Свежесваренный, вкусный, своих ягод. В общем, мой, ребят, такое блюдо. Так что всем приятного аппетита, спасибо за внимание. У меня еще есть, раскрою заранее секрет, такой анонсик. Есть еще пакетик с говядиной, но и там будет другое блюдо, намного серьезнее, там не запарки, там будет и вариться, и, короче, и ингредиентов будет совсем другие, интересные. В общем, оставайтесь со мной, не переключайтесь, это я просто болел. Сейчас я уже почти готов, все, температуры нет, горло, вот, сами видите, ни разу уже утром только кашлю почему-то, ну и ночью. Сейчас время 6:30, никуда не поехал, ни на рыбалку, никуда. Но на следующий, я думаю, выезд будет у меня по-любому. Так что, спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно, а то я плюну и не буду ничего вообще для вас снимать, буду снимать... отдельные заказы, которые в личные. Я же еще снимаю, которые личные мне просят. Ну, им уже отдельно пишу, они закрытые видео. А это общие. Чисто вот так для нас, для всех. Так что пока, ребята. Спартак чемпион. Пока. Так, ладно, поесть надо. А, я не выключил.